вкладывают все прочие атрибуты. Есть у меня семилюродный брат, Иван Бибиков. Живет в Ижевске. Да, он музыкант, помимо всего прочего, то, что специалист и стихи. Так вот, когда был утверждался Дни в России, он участвовал в конкурсе. В том числе подал свою версию. Он подал свою версию Гимна. Но Михалков перебежал ему дорогу. Да, и выбрали Гимна Михалкова. Это года три назад. Он знает нашу организацию, знает, что мы занимаемся с новостью. Он говорит, Валер, может, лежит несостоявшийся гимн России. Пусть это будет гимн СВРТ. То есть он написал музыку, написал слова, говорит, я его вот вам дарил за вашу идею. Я говорю, хорошо, говорю, пока у нас не было мысли про гимн, я его придержу, пока вот у меня лежит. Я думаю, что пора уже вернуться. Хоть стихи-то покажите. Все, я помещу, можно и послушать, и посмотреть, так что... А когда? Это можно сделать. На днях, если не забуду, то на днях. Нет, сейчас... Если забуду, то не позже. А когда-то можно сейчас, как я из бара вернусь. Ну, примерно так. Поэтому вот смех смехом, а у нас может быть гимн, который не прошел по конкурсу, да, гимн России. А мая, пусть будет. Опять Боже Царя Храни, да? Давайте, пока тут идет протокольная съемка. Что-то такая красивая задняя часть. Да, у меня не было встреч, когда 14-летие, круглая дата, когда отмечалась, так сказать, юбилей. Вот, поэтому к юбилею я готовил подарок, прибыть не смог. Книжку посмотреть. Фото салона с Самара. Вот. Ну, потому что часть самарской, например, какая-то Саратовская и обратно. Вот. В общем, тиражи пальцы маленькие, всего лишь 1000 гитаров. В 2003 году я ее магазинчик по случаю, так сказать, что купил. Я думаю, в библиотеку Ивана Грозного работает. Она подписана, что в библиотеке Ивана Грозного. Нет, ну я не могу. Нет, автор такой. В любом случае, дарственные книги всегда подписаны. И как автор, я благодарю. Да, я что-нибудь придумаю. Душевное обязательно. Сейчас. От Ивана Грозного. Мы принимаем дар, но только с дарственной надписью. Сделаем, сделаем. Моей курице лопаем и мечтаем. По поводу книги дарственной, да? Помните, вы несколько тоже нашли Марии книгу большого формата, как квадратная, это типа мой родной уголок, что так называлось. Да, вот я ее сейчас в отъезде озвучил. Сегодня мы главой этой компании приняли в состав РГР как раз. Я бы тоже сказал, Горобнёк, говорит, недавно ваш клуб. Не хватает всех флагбуков, что мы его продажи не делали. Вы его, надеюсь, не шагнули за что-то? Она была куплена на развале гражданского вокзала. Сахиров тебе сказал, в принципе, была куплена. Так она попала. Так, ну, кому-то сами делают, только на заказ. Это не свеча. Они там явно определенный край приехали. Товарищ не говорит, я не понимаю. В общем, так вот. А уже они не она ждала еще не видела, понимаешь, что это вещь, которая мне интересна. Купила, подарила. Вы ему так, не тем дарите. Да, да, да. Он в шоке. В то время как наша библиотека, принимает. Да, я же 20 раз сказал. Я вышел бы потом себе на ус, что нам тоже нужно. Надежнее. Зарел осуществление. Мы все равно не сносим. Да. Валер, общее впечатление о сегодняшнем дне. О самих впечатлениях впечатление смутное, честно скажу. Потому что получилось так, что больше час провели в кулуарах. Потому что со знаками, с дверей там выдавали. Поэтому советские сами были мало.
был звонок. Зато от общения, которое было потом, а тогда и сейчас, самое разное. За 20 человек приходит. Причем Андрей помогает сразу. Большую часть людей, те, которые на Союзском смотрели. Я говорю, что Андрей, вот Ярославович, вот давай. Суббота, Невзирая на это, мы сюда пришли. Поэтому впечатление самое хорошее, в первую очередь, это общение. А так вообще, конечно, 20-й год, юбилей российской дачной операции, знаковый. Не без нашей помощи, участия сделаны. Поэтому я следующий год, 15 лет Союза Возрождения станут. Всех приглашаем. Ура! Ура! Спасибо!